Были дэнс, фламенко, фьюжн и другие танцы. Накануне наблюдали жители Северодвинска в Центре культуры и общественных мероприятий. На галоконцерте фестиваля «Кубок Поморья» собрались одни из лучших победителей конкурса по индийским и восточным танцам. Показали свое мастерство техники танца не только поморы, но и приглашенные звезды из Азербайджана и Харькова. Этот танец маленькая Оля вместе с мамой готовили месяц для Дня матери. В родном поселке Абазерском он очень понравился зрителям. Именно поэтому семья решила исполнить его на конкурсе фестиваля по индийским и восточным танцам в Северодвинске. И, кстати, стала победителем в номинации «Дочки матери». Наш номер называется «Дочки матери». Танец индийский. Он очень красивый, нежный и плавный. Отрабатывали, много поддержек. В этом номере он такой немножко, он индийский, но немножко необычный. Больше фьюжн стиль. Мы касаемся друг друга, обнимаем друг друга. Мы показываем, как сильно мы друг друга любим. Свои лучшие номера участники коллектива со всей Архангельской области показали на гала-концерте. Он прошел накануне в Центре культуры и общественных мероприятий. Все они победители разных номинаций конкурса «Кубок Поморья». В этом году участников было больше 150. Все они пытались раскрыть зрителям секреты восточных танцев. Обучение межкультурной толерантности и терпимости. То есть обучаясь чужой культуре, мы познаем свою собственную, да, в принципе. И вот как бы с этой пропагандой и с этой целью мы осуществляем наши задачи, которые мы перед собой ставим. Кстати, в этом году на конкурсе организаторы ввели новую номинацию «Импровизация». В ней проверяли, как участники взаимодействуют с музыкой. Задавал ритм приглашенный артист Архан Измаиль. Вживую играл на табле. И еще одна звезда Наталья Нестеренко дала мастер-класс. Те танцы, которые здесь я каждый год смотрю, и сегодня тоже, конечно, они впечатляют своим изяществом. На самом деле ты видишь, что женщина, девушка – это на самом деле такой образ, который дарит вот это изящество. Кубок Поморья в нашей области стал уже традицией. В этом году его провели в 7-й раз. Сейчас номинаций уже 34, но не исключено, в следующем году появятся и новые. Марина Хохлова, Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.